Привет всем! Совсем немножко мне не повезло в обзоре на новый Kinder Maxi «Тайная жизнь домашних животных 2». Попалось мне 3 игрушки из 4, и 2 раза мне попался Макс. Ну вот удалось мне обменять повторного Макса на недостающего Рустера, поэтому сейчас вот такой вот небольшой обзор на полную коллекцию Kinder Maxi «Тайная жизнь домашних животных». Коллекция уже вышла везде, во всей Европе, в том числе в России, в Украине, и посмотрим, какие же у нас 4 игрушки. Значит, Рустера мы оставим напоследок, который нам не попался в прошлом выпуске. И давайте начнем вот по порядку, да, с нашего главного героя. Это Макс. Да, тем, кто смотрел обзор, знает, да, как выглядела эта игрушка. У нас здесь, на мой взгляд, самая лучшая из этой коллекции. Вот такой вот диван. На нем сидит Макс. И можно вот так вот прикольно делать, если нажать на диван, то Макс улетит. Ну и, соответственно, назад. Такая вот небольшая катапульта. Выглядит здорово. Итак, Макс у нас, конечно же, в коллекции. Kinder Maxi, куда же без него. И далее у нас второй был, наверное, тоже по тому, насколько интересна игрушка. Это вот такой вот Норман. Наша морская свинка. Здесь у нас вот какая задумка, тоже, по-моему, очень-очень прикольная. Можно нажать вот так вот на клетку, где живет Норман, и он тогда вылетает с нее. Что касается задумки, да, выглядит очень неплохо, но надо действительно резко нажать на кнопку. Задумка тоже, на мой взгляд, классная, сделана тоже очень-очень-очень неплохо. Давайте так вот сделаем, чтобы Нормана было видно. Это тоже игрушка очень понравилась. Следующая игрушка, это у нас, собственно говоря, снежок. Вот это менее интересная игрушка. Просто вот такой вот снежок на кране, и он ничего не делает, просто крутится. Самая такая, на мой взгляд, неудачная в этой коллекции. Тот, кого нам не хватило, Рустер. Давайте отдельно его посмотрим. На мой взгляд, тоже очень удачная игрушка получилась, Рустер. Вот так вот выглядит она. Ее именно нам не хватило. Хотя такая она достаточно тяжелая. Ну вот, не повезло. Здесь все очень просто. Надо нажать на крышу. И тогда хоп. И тогда Рустер выезжает из своего домика. Ну что ж, по-моему, коллекция получилась очень-очень неплохо. За исключением вот снежка. В целом остальные фигурки получились интересными и симпатичными. Так что можно сказать, верно, что эта коллекция удалась как обычно, так и Макси. Совсем скоро нас ждет много новых киндеров, новые Enchantimals Макси в новогодних киндерах выйдут. Необычная коллекция про белых медведей северных. Ну, будет много новинок, новогодняя коллекция. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо, пока-пока.